Привет, Виктор. Вот, мы встречаемся с твоими друзьями, вот, близкими, надеюсь. Вот, и от себя хотел бы тебе оставить такое небольшое пожелание, потому что сам прошел школу бокса и карьеру боксера. Вот. Много было побед у меня, много разочарований было. Вот. Но самое главное, что бокс в жизни – это не все. Когда я занимался просто боксом, у меня никаких не было успехов. То есть успехи были, но они были, доходили до определенной грани, и все время мне что-то не хватало. Но по-настоящему стал спортсменом тогда, когда я стал уповать на Господа. Вот. И потом те самые барьеры сложные, которые у меня в жизни были, вот, и ты знаешь, чтобы нормальный бой состоялся на большом уровне. Вот. Это в себя включает очень много вещей, которых у меня до этого не было. И Господь благословил меня на чемпионский бой, где я стал чемпионом. И я хочу сказать, что ты можешь, бокс тебя может сделать очень сильным мужчиной, не самым сильным человеком. Самый сильный человек становится, да, когда он физически и духовно богат изнутри. Поэтому у меня такое пожелание, как притча говорится в Библии, есть такая книга, святая книга, которая помогает человеку найти правильный путь. И в ней говорится, что коней готовят перед боем, но победа от Господа. Вот, и поэтому пожелание, чтобы ты нашел путь свой к Господу, и ты действительно, Он с тебя сделает выдающимся спортсменом и человеком-победителем в твоей жизни. Удачи тебе!